Всем привет! Я вот решил показать, как все-таки без прицепа эта конструкция вся выглядит. Это переходник, адаптер с мотоблока на вот этот прицеп. Вот как конструкция выглядит. Вот эти две трубы профильные, они фиксируют само ухо прицепа. Коромысло, как он там называется. А вот получается нога была, вот эта вот, она приварена профильным трубам вот здесь вот. Вон они, швы видно с одной и с другой стороны. Но я думаю, надо будет еще вот здесь вот проварить, чтобы жесткость была побольше вот здесь для жесткости. Так, в принципе, прицеп получился, адаптер на прицеп такой жесткий и, я бы сказал, очень добротный. Вот такие пироги. Давайте, друзья, подписываемся, ставим лайки и видео рекомендуем. Давайте.